«Сдай батарейку, спаси ежика». Под таким лозунгом в школе номер 290 Красносельского района установили картонные экобоксы для сбора отработанных батареек и аккумуляторов. Сколько удалось? 28 800. Это много. Сколько живности школьники уже спасли от страшной участи, подсчитать сложно. Речь идет о десятках тысяч хвостатых, колючих и ползающих. Школьные специалисты-экологи подсчитали. Один правильно утилизированный элемент питания спасает жизнь ежику, кроту, а также десятку дождевых червей. Дело в том, что в состав батареек входят токсические элементы и тяжелые металлы, которые отравляют почву и не способствуют долголетию ее обитателей. Мы приучаем учащихся к раздельному сбору мусора. И вот сбор батареек – это первый, наверное, шаг такой, когда дети наши поняли, что батарейки действительно засоряют окружающую среду, и нужно их собирать отдельно. Сбор батареек для спасения ежиков – не просто школьный проект. В следующем году Комитет по природопользованию планирует установить ежикоспасательные боксы во всех школах Петербурга. По информации экологов, в этом году горожане сдали на переработку 47 тонн батареек.